Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Оставляйте свои лайки и комментарии. И сегодня у нас 12 октября. Мы с вами находимся на пляже «Маяк». У нас отличная погода. Температура воздуха 26 градусов. Температура моря 23. Водичка просто прекрасная, прозрачная, купаются и взрослые, и дети. На улице дует легкий ветерок, ясное небо с легкими перистыми облаками. Конечно же, бесчисленное количество корабликов на фоне. Здесь вот продолжают строительство. Народ еще отдыхает. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, оставляйте свои лайки и комментарии. Ну и, конечно же, смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!